Перед началом ролика я рекомендую тебе сайт forcedrop.net. Только здесь падают самые дорогие и классные пушки. Выбрал либо кейс, открыл его и окупился. Также на сайте имеются контракты. Складываешь весь дроп и получаешь пушку дороже. Еще здесь имеется режим сражения. Можешь побороться за скины с другими пользователями. А по промокоду HEAT вы получите 25% к депозиту. Ссылка на сайт и промокод в описании. Приветствую всех на моем канале. Сегодня у нас новая рубрика под названием «Битва эдиторов». В этой рубрике я приглашаю двух эдиторов и назначаю их капитанами. Они собирают команду из мувимейкеров, играют шоу-матч между собой, после которого делают эдиты коллабы на основе моментов из матча. На создание эдита дается ровно 24 часа, после чего мы со специальными гостями оцениваем эдиты по 10-бальной шкале. Первый приз выдается команде, которая побеждает в шоу-матче, а второй приз получает команда, сделавшая лучший эдит по нашей оценке. Всем приятного просмотра! Для начала давайте рассмотрим, какие карты будут играть команды. А теперь перейдем к интересным моментам из матча. Ну как вам моменты? Сейчас мы увидим результаты самой игры. Победила команда, которую вы видите на экране, со счетом 2-0. Призы были отправлены участникам, после чего началось самое интересное – состязание эдитов. Сейчас вы увидите мувики каждой из команд и в комментариях сами решите, у кого лучше. После чего я покажу вам, как мы с гостями оценивали работы и кто стал победителем. Thank you.
like you. Не правой ты мне, но поверь. После лета нам и все же радость. Она не важна, важно, чтоб таращила цветами радуги. Да правой ты все пропади. Не правой ты мне, но поверь. После лета нам и все же радость. Она не важна, важно, чтоб таращила цветами радуги. Да правой ты все пропади. Неправой мне, но поверь. Пусть лето нам и все же радость. Она не важна, важно, чтоб таращила цветами радуги. Я посмотрел эдит от команды Лайнера, и мне очень понравился первый парт. Он был сделан как-то для меня непривычно, и какой-то свежий глоток я увидел в этом. И вообще все парты, которые были у Лайнера, они выполнены просто идеально в плане переходов. Они очень клиновые, их приятно смотреть, приятный суффикс. И ни к чему даже не хочется придираться, потому что там нету придирок. Все выполнили свою работу, ну, отлично, и переходы между партами были хорошо обыграны, там, смена музыки и так далее. И я только могу сказать, что это 10 из 10. Да, у Лайнера 10 из 10. Ну, у команды Ника есть определенные проблемы. Во-первых, они выбрали нестандартное какое-то решение, что они будут делать коллаб в 2К разрешении. Из-за этого очень много пикселей было на первом парте. Битрейт шалил там и на втором парте такое же было. Какие-то есть очень невнятные решения, непонятные для меня. Ник ушел в оверэдит, я заметил, прям сильный такой. И... мне не очень сильно понравился парт Акро, который, как по мне, рушит динамику. И также динамику нарушил последний парт Реника. Там переходы очень сильно чувствуются, они очень сильно бросаются в глаза, в отличие от предыдущей команды, которая сделала все на идеальном уровне. Там ты смотришь, как будто один эдит, но он сделан... сколько там, 5 человек же было? Или... вот. И они сделали так, как будто это был один человек. А тут прям видно, что... немножечко они не дотягивают уровнем. Я максимум, что могу поставить, это, не знаю, 6,5 из 10. Конечно, тут были очень хорошие решения в плане оверэдита, там парни в эффекты ушли, но все равно такое себе вот этот вот Виапон с Акры, где я сделал с худом своим, мне это не понравилось. Это как мне выбивается из колеи. Всем спасибо за просмотр. Жду вас на следующем видео.